и не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал, и когда решил он... сотворить миры и создание их населяющие, этим раскрыв совершенство свое. Сократил себя он в точке центральной своей, и сжался свет, и удалился, оставив свободное, ничем не заполненное пространство. И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки так, что место пустое форму окружности приобрело, ибо таковым было сокращение света. И вот после сжатия этого в центре заполненного светом пространства образовалась круглая пустота. Лишь тогда появилось место, где могут создание и творение существовать. И вот протянулся от бесконечного света луч прямой, сверху вниз опустился внутрь пространства пустого того, протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз и в пространстве пустом том сотворил все бесконечно миры. Прежде этих миров был лишь бесконечный, в совершенстве настолько прекрасном своем, что нет сил у созданий постичь совершенство его, ведь нет ему места, границы и времени. Лучом спустился, светя, к мирам в черном пространстве пустом, где находится все, и круг каждый от каждого мира, и близкие к свету важны, пока не находим мир материи наш в точке центральной, внутри окружности всех, в центре зияющей пустоты, и так удален от бесконечного далее всех миров, и потому материально так окончательно низок, ведь внутри окружности всех находится он в самом центре зияющей пустоты.